Вот такой малышек у нас сегодня в дрессировке. Это щеночек каникурса. Ему 5 месяцев. Уже видно, что он достаточно контактный. Сегодня я его первый раз взял. И буду оценивать развитость его инстинктов. То есть буду оценивать пищевую мотивацию, социальную и игровую. То есть это три критерия, по которым нельзя. Поводки нельзя. Вот я уже могу заметить, что это будет игрун, скорее всего. Да. Так, но играться поводком не надо. Вот с этого мы как раз и начнем. Увлечь. Вот видно, что уже щенок активно преследует. Отлично, прям преследует просто как нужно. Не знаю, может быть, играли с этим щенком. Может быть, инстинкт у него такой от природы, генетический. Вот, сейчас попробуем сразу с ним обмены. Дай. Гуляй. Да, вот и обмены получаются. Дай. Гуляй. То есть один объект меняем на другой. Даже как видно, объекты неравноценные. Валик и тряпка у меня. И все равно щенок срабатывает как нужно. Дай. Гуляй. Да. Да. И сейчас попробуем пищевой. У меня обычный сухой корм, как правило. Дай. Просто меняем на корм. Да. И щенок переключается. Вот, и готов уже работать за корм, по-моему. Да? Да, вот он ходит за руками. Да. Супер. Супер. Да, отличный щенок. Отличный. То есть, с этим щенком, вот сколько тут времени ушло? 2 или 3 минуты. Но мы уже убедились, что у него есть хорошая пищевая мотивация, хорошая, сильная, прям игровая, я бы сказал, даже она перекрывает пищевую. Вот оттого щенок уверен и сконцентрирован. Вы посмотрите, как он сконцентрирован. Я ему предлагаю то одну руку, то другую. Он сразу концентрируется на корме. Вот. Уже я вижу, что с этим малышом можно довольно эффективно работать. Да. А ему 5 месяцев, повторюсь. 4-5 месяцев. А для некоторых собак даже 3. Это оптимальный возраст для того, чтобы начать дрессировку. Там что-то на машинах приехали. Пищит у него помпа. Они там смотрят, собрались 15 человек. Или ремень на генераторе. Оп. 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 Супер. Супер. Оп. Супер. Супер. Короче, вот такой щеночек приятный. Гуляй. Ага. Оп. Гуляй. Вот. Его можно учить переключаться, то есть, ну, он уже достаточно неплохо переключается, как для собаки. Дай. Гуляй. Вот. И, скажем так, на секундочку, каникурса — это не самая рабочая порода, не самая лучшая для дрессировки. Но, тем не менее, вот смотрите, какие собачки попадаются. И плюс ко всему, дай. Молодец. Молодец. Щенок очень смышленный. Плюс ко всему, хочу заметить, что щенок этот достаточно породный. Вот. Плюс вот эти вот все дела ему купировали достаточно грамотные люди. Ну, то есть видно, что он выращен хорошо.
Вот. Не имеет никаких тут прибылых пальцев, изъянов там, какого-то необычного окраса. Ну и вообще изъяна в экстерьере. Плюс вот уши и хвост очень породные этому щенку, купированные. Вот. Ну, кто любит купировать, конечно, тот понимает, о чем я говорю. Вот такой приятный малыш. До новых встреч.